Чтобы привлечь внимание водителей, школьников переодели в костюмы ангелочков. Держа в руках тематические плакаты, они просили водителей быть осторожнее на дороге, пристегивать ремень безопасности, пропускать пешеходов и не допускать необдуманных маневров. Особое внимание уделяли безопасности маленьких пассажиров. Полицейские и дети рассказывали сочинцам и гостям города о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке ребенка. Каждому в конце разговора были вручены листовки с призывом «Водитель, будь внимателен. На дороге дети». Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, как к водителям, к пешеходам, к родителям. Будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного движения, будьте примером для своих детей.